Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и это очередное видео из серии видеороликов, в которых мы с вами учимся определять тип кожи и подбирать правильно косметические средства из каталога Oriflame по уходу за кожей лица. И в этом ролике мы с вами разберем, какая же кожа называется комбинированной и какие средства для нее лучше предлагать или подбирать для себя. Комбинированная кожа – это самый распространенный тип кожи. Она выглядит достаточно прилично, да, это красивая кожа. На щеках пор абсолютно нет, они выражены только в Т-зоне. Это зона лба, носа и подбородка. То есть, да, вот тут может быть еще немножечко на крыльях, вот за крыльями носа небольшие такие участочки. Поры выражены, но нет слишком такого избыточного сального отделения. Кожа изредка подвержена воспалительным процессам, бывает угревая сыпь, но это, скорее всего, от неправильного питания или от отсутствия или неправильно подобранного ухода. Чисто визуально кожа достаточно хороша. Зачастую бывает шелушение, потому что многие неправильно подбирают себе средства по уходу за кожей. Почему-то я заметила, что обладательницы комбинированной кожи зачастую думают, что у них кожа жирная. Вот они просто уверены и открыто говорят: «У меня жирная кожа». Но, глядя на них, я говорю: «Вы никогда даже не представляете себе, что такое жирная кожа. Вам до нее еще очень-очень далеко». Итак, какие же средства мы подбираем для обладательниц комбинированной кожи из каталога Oriflame? Давайте внимательно посмотрим. Когда я подбираю средства по уходу за кожей лица, я беру сразу два каталога. Действующий и следующий. Потому что в одном каталоге может быть представлена какая-то продукция, в другом нет. Нам нужно разобраться, подобрать, потому что ассортимент большой, и предложить 2-3 варианта, выбрать для себя или для клиентки. Сегодня мы говорим о комбинированной коже. Что мы предложим для обладательниц такой чудесной комбинированной кожи лица? Давайте посмотрим, сразу открываю серию. Вот они у нас расположены. Сначала идет Novage, Eco Beauty. Более простые серии, не полные комплексы. И далее комплекс Optimals. И вот для как раз тоже для молодой проблемной кожи серия тоже мне очень нравится. Так, и здесь у нас есть еще серии, которые без скидки. Давайте посмотрим. Кожа комбинированная. Если мы внимательно почитаем, то написано везде, для какого типа кожи, для чего, кому подходит. То есть, в принципе, в описаниях все есть. Нужно быть просто внимательным. И все, что вот мелким написано, тоже нужно читать и анализировать. Итак, кожа комбинированная. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы в составе был гель очищающий. То есть не нужно предлагать молочко, потому что молочко любят обладательницы сухой кожи. Для тех, у кого кожа склонна к жирности, молочко, оно еще больше жирнит. То есть оно усиливает работу сальных желез, и девушке может быть просто уже некомфортно пользоваться молочком. Но, опять же, это нужно смотреть по человеку. Кто-то любит молочко, а кто-то нет. Я, например, молочко не люблю ни в каком виде. Мне некомфортно ватными дисками протирать лицо. Я люблю, чтобы это был гель, пенился, чтобы это был гель, который я тут же наношу на мокрую кожу и смываю водичкой. Итак, что мы можем предложить? Во-первых, у нас все серии, то есть все комплексы из серии Novage, они у нас полные. То есть в них уже входит очищение, гель-тоник, крем для глаз, сыворотка, два крема, дневной и ночной. То есть полный комплекс. И мы смотрим по возрасту. Если девушке 25 лет, мы ей предлагаем True Perfection. И выше, да, плюс 25 плюс, может быть, даже 23 года, 22, все равно мы можем уже предлагать True Perfection серию. В антивозрастных средствах нет такого понятия, что четкое разграничение по возрасту. На самом деле, это как небольшой ориентир, маленький, но не нужно на него особо сильно смотреть. Самое главное, да, что человек хочет. Чем кожа старше, тем больше проблем. Уже, может быть, морщины появляются, падает овал лица, отечность,
пигментации, да, мы смотрим, какая проблема у кожи. Если кожа молодая, то мы можем предложить средства попроще. Например, у нас вот есть серия Optimals, она скоро выйдет у нас в обновленном виде. Мы ищем сразу средства и читаем. Для жирной кожи, для всех типов кожи, для жирной, да, нам это не очень подходит. То есть мы ищем средства, которые подходят для комбинированной кожи или написано для всех типов кожи, то есть что-то нейтральное. Так, ищем дальше. Так, вернемся немножечко назад. Так, что у нас ожидается? Просто я не вижу, чтобы здесь было представлено в каталоге, но у нас ожидается в серии Optimals пенка очищающая и тоник. Они будут с голубенькой эмблемкой. То есть мы их так идентифицируем, что это голубой цвет. А остальные средства мы подбираем для глаз. Средства есть, сыворотка у нас есть. И в таких же голубых баночках будет крем дневной и ночной. Но вот в этом каталоге просто не представлено. Давайте посмотрим в текущем. Может быть, здесь мы их найдем. Да, вот сразу нашла. Для нормальной комбинированной кожи. Смотрите, вот в синеньких баночках средства. То есть, да, в каком-то каталоге представлено, в каком-то нет. Если клиентка ограничена по средствам, то есть, да, она говорит, я не могу себе позволить дорого, потому что, например, разница есть 500 рублей крем или 349, 150 рублей разница. Если мы говорим о целой серии, то мы можем с каждого средства экономить примерно по 150 рублей, а это уже получится такая приличная экономия. То есть, если мы ограничены в средствах, то мы подбираем, например, из этого каталога мы берем то, что здесь со скидкой, и следующего мы возьмем то, что здесь со скидкой. То есть мы листаем, смотрим, что из этой серии мы можем взять, например, крем для глаз, сыворотку мы возьмем в следующем каталоге, собираем всю серию, начинаем пользоваться. То есть это как вариант. Что еще мы можем предложить? Если кожа молодая, но комбинированная и проблемная, то для юной кожи мы предлагаем серию Pure Skin. Это тоже у нас полная серия, но здесь не представлены все средства. Но в этой серии есть очищающий гель, гель для такого против прыщей точного воздействия. Есть масочки у нас, да, то есть как бы все есть, даже матирующий крем и отдельно маска. То есть это полная серия для молодой кожи. Мне очень нравится для комбинированной кожи средство с алоэ вера и с чайным деревом. То есть, да, вы смотрите, это полные тоже серии. Их просто нужно собирать. Единственное, что в серии с чайным деревом отсутствует крем для глаз. Его мы берем из серии с алоэ вера или из Optimals. То есть, да, мы можем комбинировать в рамках одной компании, мы можем с вами собрать серию, да, скомбинировать, отсюда взять одно, отсюда другое, и в результате получится хороший, классный комплекс. Комплекса хватает примерно на 3-4 месяца, зависит от размера лица и от потребностей кожи. Если кожа у нас не, как говорится, не пробовала ухода, то есть она запущенная, да, умывались мылом, мазались детским кремом, то понятно, что вначале эта кожа будет как губка в себя все впитывать, ей будет все время не хватать средств. Но постепенно кожа нормализуется, поймет, что уход полноценный, ежедневный, да, он не прерывается, и коже будет уже хватать меньше средств. Но экономить на коже тоже не нужно. Так, пожалуй, все. Давайте подведем итог. Что у нас получается? Для комбинированной кожи мы предлагаем, ну, чем моложе кожа, тем, да, проще, чайное дерево с алоэ вера, Pure Skin, вот, кстати, тут у нас продолжение этой серии, из серии Novage можно абсолютно любой комплекс для комбинированной кожи. Смотрим по возрасту. В общем-то, по-моему, все, если я ничего не пропустила. Если какие-то вопросы есть, вы мне пишите в комментариях. Может быть, да, какой-то совет нужен. Самое главное, помните, что только полный комплексный уход дает тот результат, о котором вы мечтаете. И кожа с каждым днем будет становиться лучше и лучше, приходить в норму.
вы забудете о своих проблемах. Главное не забывать делать это, как, не знаю, чтобы это была хорошая привычка, как зубы чистить. Не забывайте об уходе и не пропускайте этапы. Спасибо за внимание. До новых встреч!